Спортсмени Дніпра тримають свій фронт і йдуть у наступ. Відзавтра у місті розпочинаються благодійні змагання. Хто першим вступить у бій і яка мета спортнаступу? Сьогодні про це у студії відкритого поговоримо із начальником управління спорту департаменту гумполітики Дніпровської міськради Олександром Осиповим. Вітаю вас у нашій студії. Тож розкажіть, будь ласка, як виникла така ідея і, власне, яка головна мета спортнаступу? Идея этого направления возникла у Департамента гуманитарной политики. Это два направления. Первое направление – это арт-наступ, то есть это по направлению культуры, и спорт-наступ по направлению спорта. Это большой масштабный спортивный проект, цель которого, во-первых, возобновить соревнования, поскольку очень долго был период, где дети не тренировались и не участвовали в соревнованиях, они потеряли форму. И также этим же соревнованиям, благотворителями, собрать помощь в СУ, теробороне, гуманитарную помощь, то есть в любых направлениях, поскольку этих соревнований будет много. И мы таким образом, все благотворительные взносы пойдут на помощь армии. Где-то будет регистрация онлайн, например, как там, на беговых мероприятиях, где это будет единоборство, это будут стартовые взносы за участие в соревнованиях. Также будут QR-коды на соревнованиях, где каждый желающий сможет перечислить любую сумму денег. Хто розпочинає спортнаступ, де відбудуться змагання і яку, власне, кількість глядачів можуть містити ці зали? Ми розділяємо возраста і віса в течение дня. Зрители могут приходить, это родители, но также могут приезжать и другие. На этих выходных начинается дзюдо. Это будет благотворительный турнир по дзюдо среди детей всех возрастных категорий и весов. Также на этих выходных в субботу начинается благотворительный турнир по карате. Тоже соберет больше 200 человек детей на дзюдо, примерно такое же количество. И начинается турнир по футболу. Это уже примерно зарегистрировалось около 60 команд. Он будет идти в течение 3 недель по разным возрастным категориям. Через неделю начинается другие мероприятия. Это будет художественная гимнастика, будет тоже благотворительный турнир. Через в конце июня будут шахматы, также благотворительный турнир. И в конце июня, на 28-го, будет также воркаут. На какую кількість участников розраховуєте? Чи будут переможці, призы, можливо? Да, на дзюдо, на карате, конечно же, будут победители в каждой возрастной категории и весовой категории. Поэтому мы подключили и спонсоров, также и управление обеспечивает и медалями, и кубками, и призами для детей, которые займут первые и третьи места. Ориентируемся где-то около 200 человек дзюдо и около 200 человек карате. Також ви анонсували легкоатлетичний крос. Розкажіть, будь ласка, де, коли, за яких умов він відбудеться? Будет благотворительный крос в тоннельной балке, он будет 18 числа с 9:00. Будет 4 дистанции, это 8, 4, 2 километра и 2 детские забеги. На разные дистанции будет разная сумма регистрации, то есть уже сейчас открыта регистрация на инстаграме Старт Днепро Event или в фейсбуке на странице Старт Днепро. Это наши соорганизаторы и Федерация легкоатлетики, соорганизаторы этого мероприятия. Поэтому уже открыта регистрация. На взрослые забеги регистрация 200 гривен, на детские забеги регистрация 100 гривен. Розкажіть, ось ви збираєте кошти на допомогу ЗСУ. Це будуть закуплятися якісь речі необхідні, чи це просто гроші будете перераховувати? З ким співпрацюєте? Ми співпрацюємо з Фондом оборони України. Ці всі гроші будуть перечислятися на цей благотворительний фонд. И уже по потребности на тот момент, когда будут перечислены деньги, будут непосредственно закупаться на те нужды, которые вот именно в данный момент. Кросс именно мы планируем собрать на дроны. Также хочу добавить, что мы планируем на этом беговом мероприятии еще сделать благотворительный аукцион. У нас на Аллее Славы есть шиповки Анны Рыжиковой. Это бронзовая призерка Олимпийских игр 2012 в Лондоне. И она дала разрешение нам выставить и эти шиповки на аукцион. Дякую, что завітали до нас.
Я нагадую, гостем прямого ефіру на відкритому сьогодні був начальник управління спорту департаменту гумполітики Дніпровської міськради Олександр Осипов. Говорили про благодійні спортивні заходи, що незабаром пройдуть у Дніпрі.